Что с вами, Офелия? А почем я отличу вашего дружка? Плащ паломника на нем, странника клюка. Голубушка, что значит эта песня? Да ну вас. Вот я вам дальше спою. Белый саван, белых роз, деревцы в цвету, и лицо поднять от слез мне не в моготу. Как вам живется, милочка моя? Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но я не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. За доброе участие. Поворачивай, моя карета. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, леди. Щиты! Уйдите, господа. Оставьте помещение. Благодарю. Займите вход. Итак, король.
презренный. Где мой отец? В гробу. Ну, не король тому виной. Пусть спрашивает волю. Власть короля в такой ограде Божьей, что сколько враг на нас не посягай, руками не достать. Как умер он? Лаэрт, мой добрый, вы познать желали всю подноготную про смерть отца? Как сделать это, если в ослеплении сметаете вы словно кучу карт врага и друга, правых и неправых? Нет, лишь врагов. Вы их хотите знать? Да. А друзьям открою я объятия с готовностью. Теперь вы говорите, как добрый сын и верный дворянин, что я в утрате вашей не повинен и сам скорблю. Вам станет дня яснее. Без крышки гроб его несли. Скок-скок со всех ног. Ручьями слезы в гроб текли. Прощай, мой голубок. А вы подхватываете. Скок в яму, скок до дна. Не сломай верить. Это вор-ключник, уверший хозяйскую дочку. Свидетель Бог, я полностью воздам за твой угасший разум. Вот розмарин. Это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. Анютины глазки. Это чтобы думать. Вот ромашка. А это несколько стебельков для меня. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец. Но, Робин, родной мой, но, Робин, родной мой, вся радость... Господи. Лаэрт, поверьте в живость моего участия и дайте оправдаться. Из друзей подите выберите самых умных. Пусть, выслушав, они рассудят нас. И мы в союзе с вами как-нибудь добьемся правды. Я на все согласен. Самый человек, который вас лишил отца, пытался убить меня. Я вижу. А чего ж не нарядили следствие по делу такой великой важности? Лишь им и дышит королева-мать. Другое основание, от чего не предал я суду его открыто, привязанность к нему простых людей. Ну, что еще там? Письма, государь.
От Гамлета. От Гамлета? Кто подал? Какие-то матросы, государь. Лаэрт, хотите слушать? Я прочту. Ступайте. Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Что вы скажете на это? Не знаю сам, но встретиться хочу. Я буду направлять вас. Направляйте.